Всем привет на канале Александр М. Брест. Сегодня к нам в гости попал рубанок фирмы ProStar, модель HHM8204, в котором, судя по всему, кончились подшипники. Во избежание травматизма включать не буду, сразу приступим к разборке. Жесть. Здесь в буквальном смысле предклиновое состояние. Ну, на барабане еще все более-менее адекватно. Продолжаем разборку. Перед тем, как продолжить разборку, достанем щетки, для того, чтобы они не мешали в итоге доставать наш ротор. Делается это у нас очень просто. Достали щеткодержатели и вытрясли просто щеточки. Вот они. И, кстати говоря, продувайте инструмент. Заметьте, сколько пыли здесь. Извлекли щетки, и после этого можно раскручивать наш рубанок. Внутри рубаночка чуть-чуть пыльки есть. Ее сразу вытрясем, пожалуй. Кстати говоря, при разборке рубанка не посейте вот эту маленькую желтую штучку с пружинкой. Она создает щелчки при переключении рабочей глубины. Вот так. А эту вообще, в принципе, платформу можно временно снять. Ладно, возвращаемся к нашим подшипникам. Верхний подшипник ротора вообще никакущий. Еще бы чуть-чуть и посадку, я думаю, расфигачило бы. Снимаем шкивы. Поснимали шкивы и откручиваем шурупы, которые держат наши подшипники. После этого вытягиваем. О. Ту же процедуру повторяем с барабаном. Сразу выбьем обойму, которая у нас осталась в корпусе, с помощью наставочки подходящего размера. Ну вот, рубаночек и разобран. Теперь продуваем и будем смотреть, что под замену. Продули это чудо техники, и давайте смотреть, что будем менять. Верхний и нижний подшипники ротора. Оба подшипника на барабане. Ну, в принципе, все. Щетки у нас износились примерно на 30%. Как бы я звонил хозяину, он сказал, что менять не надо. Ремень тоже еще нормальный. Короче говоря, снимаем, меняем подшипники и собираем. Теперь давайте устанавливать новые подшипники. Берем наши пластины, которые с резьбой идут. Прикладываем к нижней части нашего корпуса. Вставляем подшипничек и прикручиваем наши пластины. Тем самым фиксируем подшипник в корпусе. На барабан и ротор подшипнички поставили, и давайте приступать к дальнейшей сборке. Шкивы поставили, теперь давайте соберем нашу подвижную платформу. Так. Значит, соединяем для начала пластиковый и алюминиевый корпус. Затем ставим пружинку. Потом ставим гаечку. И наша задача — эту гаечку наживить на болтик. Вот так вот. То же самое со вторым болтиком и гаечкой. Можно сразу покрутить, проверить, как это все дело работает. Должна подниматься и опускаться. Теперь установим подвижную платформу в корпус. Наша задача — попасть вот в этот паз, вот этим пластиковым корпусом. Вот так вот. Теперь берем другую часть корпуса, ставим воздухозаборник и будем
устанавливать все остальное. Хорошенько при этом прицеливайтесь. Когда вот станет плюс-минус вот в такое положение корпус, направьте черный пластик, чтобы он попал туда, куда надо. Вот так. Вот все хорошо у нас и сошлось. Теперь проверяем, как у нас все крутится. Крутиться должно хорошо. Как у нас ходят подвижные части. Опять же, должно все ходить хорошо. И можно закручивать. Можно сразу натянуть ремушок, чтобы потом к нему не возвращаться. И закрутить верхний корпус над ним. Корпус с кнопочкой и с проводами тоже, в принципе, можно скручивать. Подтягиваем болты в подвижной основе. Угу. И можно приступать к установке наших щеток. Берем щеточку и вместе с щеткодержателем вставляем в посадочное место. Вот так вот. То же самое со второй. Убедились, что никакие провода нигде ничему не мешают, и накрываем корпусом. Ну и, естественно, прикручиваем. Ну вот мы наше чудо техники и дособирали, поэтому давайте проверять. Лучше, чем новый. Ну а я надеюсь, что видео было полезным, поэтому подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео, ну и хватит.